На этой церемонии не принято выходить на сцену. В стаде для многих награждаемых непреодолимая трудность. Люди с ограниченными возможностями сегодня обзавелись личным транспортом. За 10 лет мы выдали 218 автомобилей. Мы выполняем программу на 100%. Авто пострадавшим на производстве положено по закону. Транспорт дают в личную собственность. Даже любой тюнинг сделать можно. Сегодня вручили 12 ключей. Главная задача, конечно, вот убрать ту барьерную среду, о которой мы говорим. Конечно, ее не должно быть. И все люди, которые находятся ежедневно в обществе, в общественной жизни, они иметь должны полную доступность по всем коммуникациям жизнедеятельности. Машину получил сегодня и Сергей Шилов. Из-за производственной травмы он не ходит больше 10 лет, только ездит. Небольшую АКУ в его гараже теперь заменит новенькая семерка. Получше, помощнее, побыстрее. Все машины, что получили инвалиды, переоборудованы для ручного управления. Раз в 7 лет можно бесплатно отремонтировать авто. Сергей Шилов свой подарок уже оценил. Первые 200 километров его легковушка проедет до Духовницкого района. Оформлять документы на машину он будет уже дома. Кристина Трушина, Александр Королев, новости «Телеобъектив».